Нихера себе. Ерезев с монта можно не... Ты просто идеально залетел, чел. Это лучшее просто, что можно сейчас взять. Блять, я даже думать не буду, я сразу возьму. Керезев с манта. Можно не фаст. У меня получается два челленджа сейчас. Потому что у меня челлендж первый, это моя смерть. Это типа, минус 50, вторая смерть минус 100, третья смерть минус 150 и дальше, собственно, так, по направляющей, да? Но убийство вражеского кора мной, это плюс 50, потом плюс 100, плюс 150 и вот так вот по возвышающей. То бишь у меня задача в этой игре просто ебашить ногами вражеского кора. Найти все керри. Отлично! Блин, спасибо огромное за 10 баксов. Если все получится и сейчас никто не задушнит, это будет лучшая игра за сегодня. Ля, только не расстраивай меня, не бери антимага. Сука, антимаг не забанен, не надо антимага. О, Мартра, заебись! Мартру легче убивать гораздо. Ты чисто базилку возьмешь? Отлично. Я просто думал, сейчас сам базилку брать. Девять два. Доля победы, не все вопросы. Победитель на все сидит. Блять. Важное место. Здорово, парни, как дела? Все, статов закупил, погнали. То бишь в этой катке мне нужно хэдшоу Мартре устраивать. Просто хуярить ее все, что есть. Не, арканы так-то тоже нужны по-хорошему. Без них будет тяжело. Че? QVERD. Бля, хорошо, что я сейчас кнопки переназначил. У меня же с прошлого раза... Филактерия будет? Но... Вообще, да, она нужна. Мне нужно керезец через манту сделать. Но можно не фастовую манту покупать. Тут как бы сначала надо шард купить, филактерию купить. Ну, чтобы можно было лес фармить нормально. Скорость атаки немножко завести. Важное место. Ну, Фортуна, спасибо, что смотришь. Да. Не понимаю, где они. Битва начинается. Твои молитвы услышали. Бля, тишка, не умирай. Живой? Живой. Ох уж эти смертные. Блуторм будет? А вот тут машина надо, да. Там Мартра противная. Что у нас по танку? У нас танк Клок. Хорошо. Клок в основном всегда хуёвый. Ну, может, это исключение. Мудрый совет. В бой. Опа, блять, это умник тройка, а Дарксир это походу четверка. Умник так-то поебал, уснат, настукает. И я буду лайм постоянно пушить за счет первого скилла, тоже как бы будет тяжело. Ладно, главное просто не умирать. Можно че сейчас закомбиним, разъебем лохов. Воу-воу-воу-воу! Ой, хорошо! Подкачался, раскачался. Главное не сдохнуть сейчас. Получил своей силой. Превосходно. Валя. Так, сюда, 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 сюда. И вот это сюда, что на всякий случай. А давай две штуки сюда. Во, нормально, качаемся. Это меня удивляет, что челикам реально похуй. То, что я взял кирилица, как будто так и надо. Важное место. Обычно меня прям с говной жрут, если я что-то подобное делаю. Твои молитвы услышаны. У него мана нет, можем кулачками его застукать. Хорошо. Блять, миссанул. Да. Я хоть выслушал твои молитвы. Бой. Опа, не-не-не-не-не. Хорошо, что два манга взял. Утверждаю. Бизнесмена ни в коем случае терять не давай, иди нахуй. А, потерял бизнесмена! Мудрый совет.
Костяки надо оформлять. Сюда хорошо. Кнопочки часто залетают. Да. Это что за говно? Непорядок, исправляем. Они тоже лайн пушат нихуёво так за счет того, что чел щиты вешает. Я успею сделать? Не, не успею, но похуй. А Иона или Барда и БКБ поменяют? Я бы надеюсь, что БКБ поменяют. Ну нынешний БКБ это просто кусок говна какой-то, ну реально. Пуню какую-то сделали. Которая почти что ни от чего не спасает. Блин. Мне нужна базилка. Но я себе куплю базилку, это будет не то. Что делать? Так, подожди. Паладин все-таки тройка или не тройка? Вроде бы по фарму они у них одинаковый фарм. Напрямик. Ебать, там пачка вкусная. Так, только есть проблема. Эту вкусную пачку может чел зафармить щитом. Нужно следить. Напрямик. Я не готов. Вашу верхнюю башню атакуют. Я не готов. Пойдем. Вашу верхнюю башню атакуют. О боги, на меня напали. Красотища. Бесполезно беседовать о Теософии с бездар. Утверждаю. Бля, я 4 килла-то сделал, а по факту я Мартрут не убил ни разу. Я недоволен. Надо ее прям хуярить ногами. Здесь сразу игра пошла. Так здесь активный, как бы. И можно вообще без страха хуяриться и не бояться ничего. Доебался. О, хорошо. Экономим. Немного кошмарит меня паладин. Мана нету. Блять. Течка, я вот арканы выложил. Привези сейчас арканы на телепорте. Ай-яй-яй. Маны нету. Твои молитвы услышаны. Клянусь, уса. Надо мангуцы завести. Мудрый совет. Что там, Мартра, каленый, не каленый? Ой, булочка какая. Утверждаю. А это него попало, нет? А, я попал не, да. Блин. Важное место. Скоро шестой. МКБ надо будет? Не, можно Блаторн купить. Сейчас шестой будет. Можно будет разъебать. Дай бог тебе по сусалам. Так, Мартра, где Мартра? Покажи Мартру. Я уже готов ебало ломать. Хорошо. Где? Портра. Там нанизу кипиш какой-то намечается. Так, мне нельзя под это говно ловиться. Завалил хуйню.
Начало положено. 50 рубасиков в карман отпунул. Вашу верхнюю башню атакуют. Ой, тут какие-то стаки. Они маленькие как-то. Вашу верхнюю башню атакуют. Блять. Случайно задел. Еще не время. Мудрый совет. Не сейчас. Важное место. Тысяча 300 на руках. Можно линзу фастовую оформить, чтобы РНЖ всегда хватало. Можно филактерию купить. Я, наверное, через филактерию пойду. Как там, собственно, было в планах купить филактерию, потом купить себе шар, потом уже можно и манте подумать. И вот это вот все как бы настакивается друг на друга. Кстати, я Мартру хочу кошмарить теперь. Мне понравилось. Есть ульта. Мартра явно где-то лесочек хуярит вблизи. Похуй. Неплохо. Да, жалко ты не Керри, а. Я б тебя отхуярил уже давно. Это не Мартра опять. Мартра где-то здесь, наверное, лес хуярит. Ее тоже можно найти. Так она меня с ультом не отпиздит, нет? Она реально здесь. Ебать крипочек молодцом. Понял! Бля, чё-то не помер. Не, один на один все-таки я пока слабый, чтобы с них уяриться. Когда Мартур будешь убивать? Да я уже два раза ее завалил, не почувствовал, да? Вот. Уже 150 рубасов заработал, получается. Бля, надо 10 раз ее в этой игре завалить, там же вообще можно на бизнесменычах выйти. Вашу верхнюю башню атакуют. А теперь... Главное не умирать. Тяжело. Напрямик. А вот насчет промаха и молнии я не помню. Наверное, нет. Будто тут регенка лежала снизу, или мне показалось. Блять, големы и кентавры, нахуеть. Просто лучшие крипы, чтобы зипсом их фармить. Ага. Ебать, спасибо. Мартра? Мартра фуловая. У меня кнопки откадышились, могу снизу попиздиться. Баба, это я. Колока ждем. Блин, Мартра хуй пойми где. Опять по лес хуярит. За наебалово. Нашел Мартро. Моя? Да. Да ну Мартру бояться надо, да, меня ебнуть может. Типа у меня урон как бы есть, но урон только с это, с кнопочки. Бля, нож резнулся, вы быстро. Вася. Наверное, рисковать не надо, а то сдохну еще. Ой-ой-ой-ой, прям булка-булка, бай. А умрет сейчас, да? Умерла, ну все, я тогда там не нужен. И крипочка время от времени стука. Пиздец, мана быстро кончается. Да ладно. Утверждаю.
Блин, даже имеет смысл ханду купить, чтобы больше урона наносить. Ебать. Что, я от нейтралов не умирал? Прикинь, она ливнет, это будет печально. Напрямик. Там паладин проблемный. Ебашит мое почтение. Раскачается, а потом его хуй завалишь. Даже на фулл зевсе раскачанном. Иду на паладина. Курьер сил света был убит. Да. Ну погоди. Не сейчас. Я не готов. Твои молитвы услышаны. Вашу центральную башню атакуют. Не вижу мартру. Твои молитвы услышаны. Бля, сейчас бы еще не сдохнуть. А вот, 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 ебать махач. Где мартра? Чойник, 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 о, ебать, я задефался. Мартру не вижу, а, она мертвая? Чё, бля? Кто её убил? А, Вась. Никогда сдохнуть не успела. Силы света укрепили свои сооружения. Пока она еще не сильна, надо ее кошмарить. Вот вроде она там соло сверху, надо идти ее захуярить сейчас. Утверждаю. Вперед. Правда, думаю, без ульты, наверное, не получится. Ух, это мне, это что, это мне, это мне? Убай. Мне бы скорость атаки еще чуть-чуть. Ну, лук не выпал, но зато выпало вот это вот. Это тоже ничего так. Хм. Так, Мартуру только не ебайте пока. Не надо. Блять! Ну я басрался. Вот это басрался, так обосрался. Мог портру застилить, блять. Ну как так-то? Еще и в таймик волшебства не попал по итогу. Что-то нас окружают, по-моему. Да, там четверо минимум. Ух ты. Вот это мне могло бы ебало пролететь, если бы я там остался. О, а ханда теперь не вылетает с тычки, что ли, да? Обидно, пофиксили. Только с это, ну, со скилла вылетает, получается. Просто праздник какой-то. Вот сейчас уже можно манту покупать. Что происходит? Ху, я тут экшон. Блин, ульта нету. Разъебу Мартру сейчас. Если она не уйдет, ей пизда. Ты где? Ты где? О, я еще одного убил. Там есть руна, а это мне надо. Зачем манта по челленджу, манта? Ну и плюс от манты прокуют тычки. Шардовые. Это клево. Ну типа это на этом билды строятся. Венульта нету. Важное место. Маляха калит-то, что моя ульта так долго кдшится. Да, я мог ее убить. Еба, у нее всего 500 хп, но это прям булка-булка же. Небеса покарают тебя. Палит на ульте. Он бегает, мартра.
Все, палец на ульте. Там где-то каленая мартра должна быть. Вон она, вон она, вон она. Блядь. Как бы меня сейчас по жопе не настучали здесь, что-то страшно. Так, мартра, 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 иди к сюда. Я не готов. Понимаю, мартра где? Мартру мне покажи! Челлендж на его серию убийств успешно выполнен? Так уже давно, я там уже... Нормально так, по-моему, серию набивал. Прям, нихуя, да, вообще нормально набивал. По двадцатку даже бывал, по-моему. Прям артра в тройку ушла. Так, вот это вот не надо. Вот. Это вот не надо, вот тут вот, вот, вот. Это не надо. И то подумай. А мартра где? Почему она еще не в могиле? Блин, с таким хп эти мартру хуярить немножко очково. У нее там урон уже нормально. Но она лидер только хуярит. Может, пока разбить, пойти захуярить ее тоже? Может, она сейчас сюда выйдет? Было бы славно. О, хаста, чисто, чтобы борту захуярить. Отлично. Так, мартретка, мартретка сюда. Я знаю, что это туточки. Хе-хе-хе-хе. Когда мартру только что завалил. Утверждаю. Бой. Так, ну имеет смысл покупать либо Bloodhorn. Еще не время. Да помогут тебе небеса. Ну мне скорость атаки тупо нужна. Как бы это основа билда. Возможно, имеет смысл арканы продать и купить ваше себе место. Что-то по типу Актарина. Ой, Актарина, Тарвелов. Утверждаю, да. Два куска на руках. Так, что здесь у нас имеется? Нам эту игру бы лучше не затягивать. Вперед. Все-таки мартра может раскачаться, и нам пизда. Каким бы сильным я не был. Им нужна скорость атаки. У них колоссально не хватает скорости атаки. Может реально тупо муншарт купить, чтобы иллюзии хуярили больно? Блин, мартру не вижу. Не хочу ульту тратить. Ульта для мартры. Можем снизу тут два сковырнуть. Они быстро резаются. О, на хуйня сверху. Без БКБ, да? Сейчас, если мартру там увижу, разъебу. Так вот лучше мне не делать. Блять, что очково. Ну, болт сюда дай. Мудрый совет. Фарт стоял. А теперь да. Молись. Не сейчас. Силы света укрепили свои так. Сооружения. О, пиздата. Это вот это мне надо. Например. Напрямик. Блять,
мудрый совет. Так, страшно. Мортра, БКБ. Надо переждать. Блять, отцепить это говно от меня. Блять, она сдохла. Она выжила. Она сдохла, но не от меня. Да, блять, плохо. Меня ебаный паладин вцепился. Я не смог выйти. Ну ладно, одна смерть это 50 рубасов, это не страшно. Кто меня убил? Ну паладин меня убил. Блять, я этого боялся, то что паладин меня вот так разъебет. Она причем почти что сдохла. Не хватило капельку урона, капелюшечку. Так, ладненько, давай тогда вот так. Либо метеор, чтобы ломать хуйню. Это все равно меня не спасет. Давай метеор. Заодно урон свой увеличен 12%. Вашу нижнюю башню атакуют. Я ему шлатар купить. Чего не по просветам? Лотар тоже можно купить, кстати. Да, почему нет? Вашу нижнюю башню атакуют. Блять, это странно. Хочется тупо купить Балаторн, нахуй, чтобы не бояться ебаных паладинов. БКБ кончается, паладин в помойке валяется, и все, без страха, хуяришься и радуешься. Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. Игра переходит в такую стадию, где мы можем насосать. Вашу нижнюю башню атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Без БКБ на Мартре. Бо мне челики накидывают. Прикольно. Я убил, отлично. Нихуя он улетел. Глиф есть. Да помогут тебе небеса. Еще не время. Утверждаю, бойся меня. Ебать. Ну это паладин, как бы, он тебе так пока ебашит нормально. Паладин. И спасибо за соточку. Так, там что-то так не включился, сейчас я справлю. Как же тяжело все-таки заходить на ХГ, это просто пиздец. Урона никакого нет. Жалко, вы это не видите. Ролика не видно, потому что он 18+. Я не могу видос включать, когда он 18+. Мне не позволяет. У нас домика как-то тяжело падает. Там артра под ДД. Ну иллюзия хуярит нормально. Бля, сейчас весь чат проснется. Ебать, там челик взрывается. Ух ты. Бля, проблем надо с этим паладином так-то. Я этот видос даже когда-то видел давным-давно. Что-то ультра... старое. Ебать, они здесь. Страшно. Будем драку делать?
Там паладин ебашит мое почтение, блять. Нашего терзателя завалили. Хорошо. Так, ты у нас. Ну, тяжело. Вашу нижнюю башню атакуют. Прекрасное место. Ну, урон какой-то там должен вылетать. Сори, сори, сори. У челика просто лицо падает, а это просто иллюзия. Охуеть. Просто иллюзия, пол лица снесли. Нормально, есть что-то. Утверждаю. А теперь молись. Вашу центральную башню атакуют. Так, как она хилится хорошо. Ну, мы очень тупо теряем все, но это пиздец. Тупо все это два теряем, ну за ничто. Братку ёбнул. Надо БКБ переждать. Матра? Бля, я Мартру не убил. Обида. Не, мне не нужен Сильвер, я же бесконтактным боем хуярю. Сильвер как бы предполагает, что я к челику подойду. Я не хочу подходить, нахуй надо. Твои молитвы услышаны. Бойся меня. Пику, вот пику, да, можно. Сколько раз убил Мартру, а я не очень считал. Так, там чел какой-то себе уверен, да хуя. Нахуй. Сейчас после игры скажу, как раз убил. Ну, нормально так вроде убил. Раз 5 вроде же убил. Или, ну, 4 точно. Насчет 5 не уверен. Ах, 4 куска на руках. Бать, страшно это как. Хочется купить муншард просто, чтобы у меня челик как можно быстрее хуярить начал. Надо сюда загнать эту хуйню. Как-то забайтить на драку. Важное место. Я убил Мартру? Я убил Мартру. Да-да-да, это я. Чисто мама, папа, я хуярю. Посмотрите на меня. В этот раз не задефаете. Охуй. Заебет. Бля, как тяжело домики падают. А, бля, да, да. Ебать, я сам себя что-то не убил. Ебать, ты видел? Баз до дехай. Вашу центральную башню атакую. А теперь молись. Я не готов. Наебал. По Мартре уебал нормально. Нет, вот с учетом, как я дерусь, у меня драка идет так, что я, наверное, это говно выкину все-таки. Урон нужен магический дополнительный, этого недостаточно.
Опасно. Сейчас я всем устрою. Мудрый совет. Паладин разъебал. Когда мясуешь, мол, не проверяет, я так и не проверил по итогу. Блин, больно далеко они заходят. Наверное, я сейчас все-таки рефрешер куплю вместо Мидлейса. Катку я не уверен, что я выиграю. Но в челлендже не надо было выиграть. Не. Утверждаю. Паладин охуенно проблемный. Небеса все ближе. Рошан убил. Бля, Мартрас. Обратка у него есть. Твои молитвы услышаны. Можно взять еще... А, нельзя. Подожди. А куда делся тир-шмотка четвертая? Да. Там же были. Куда они делись? Ну что, проебали шмотку, что ли? Бойся меня. Бой. Паладина я не разъебу. Хорошо. Дай бог тебе по сусалам. Еще не время. Еле живой стал. Минус БКБ. Нам нельзя с КГ спускаться. Ебать. Могите заставить этого дура. Блять! Ебанутый нахуй! Ух ты! И ты видел это? Просто ёбнутый, сука, бежит! Охуеть! Вашу центральную башню атакуют. У Мар 320 хп осталось. Мудрый совет. Я не готов. Не вижу Мартру. У Мартри нихуя нету, блять, она бомж. Твои молитвы услышаны. Чё? Да. Мудрый совет. Утверждаю. Еще не время. Куда собрался, масленок? Хе-хе, сука, помойку! Пять кусков на руку, блядь, ну блядь. Надо что-то купить. Ну мы опять нихуя не спушим сейчас. Блядь, что купить? Да вот, я тоже думаю пику взять. Нужно... Давай тупо рейд кликом нахуй одной кнопкой. Ну, погоди. Я думаю еще вот эту вот вещь взять. Вот, телескоп. Ну, теория пригодится. Мне же нужен раньше атаки, да? Важное место. Урон у меня и так дохуя, а вот ранжи нихуя. Колчан дает рейндж, но недостаточно рейндж дает. Он там 75 дает, а там 120. Этого будет более вкусно. Белка, тебе бы в кире начать собираться. Нам тяжело домики ломать. Не, лук не выпал из второго тира. Там кал какой-то выпал вообще. Хорошо.
Рефрешем урона хватит, чтобы Мартру шотать, ты уверен? У нее здоровья не сказать, что много, но... Что-то я вот не уверен, что я смогу. Бля, кто умер? Блин, надо только на ХГ драться. Либо где мины есть. Твои молитвы услышали? Да, надо рефреш, ураган еще купить, я думаю. Ну, чтобы прям кастом ебашить. Это хуйня, челики в помойке сдохли где-то, непонятно хоть помни где. КД 40 секунд. Хорошо. У них там вард, походу. Напрямик. Я сейчас сверху лайн толкну и прилечу на телепорте. Вперед. Значит, они быстро там идут. Вашу нижнюю башню атакуют. Еще не можешь, Якара. Мудрый совет. Небеса пожирают тебя. Не сейчас. Банный майнбрейкер, сука, у нее. Убил дуро. Бац. Похуй. Ваша нижняя башня разрушена. Чем по ощущениям, я сам себя ёбнул. Блять, как же паладин душит. Он соло выиграет на паладине, это пиздец. Ваши нижние казармы атакуют. Я могу всех убивать, кроме паладина. Ваши нижние казармы атакуют. Ему Октарим пассивку будет кдшить? Какую пассивку будет кдшить? Ты о чем? Ваши нижние казармы разрушены. Ваши пассивка не имеет кд. Нулик купи. Я боюсь паладина нахуй. Он меня ебашит. Типа я от него убежать не могу. Меня ничего не спасает. Он дает 2000, у меня ебало отлетает. Нужно его контролировать. Хиксами так как-нибудь. Такой хуйня. Ему похуй, блять. Он просто ебашится, как у себя дома. Ваши нижние казармы атакуют. Ваши нижние казармы разрушены. А, под фатан лезут. Вообще охуели. Мы вроде бы как и выигрываем, да, вроде бы счеты 33, но я не могу подойти к врагам. Ну, не могу к имбазе подойти. Из-за того, что паладин слишком сильный. Я лопаю все равно от него, нужно его контроль. Я могу его быстро убить, если я поймаю его в контроль. Реально нужен какой-то хекс. Я не замечаю наличие у нас пака в этой игре. Он вроде бы как бы есть, а вроде бы как бы его и нет. Ну что это такое? Что это? Ну типа... Как будто ладошкой по жопе шлепает, блять. Вообще урона нет у него никакого. Ваши центральные казармы атакуют. Уже 50-я минута, как бы пора бы урона носить. Еле-еле. И пика меня нихуя не спасает. Возможно, имеет смысл взять Юла. Ну, Грейжиной, чтобы я мог улетать. И за счет этого выживать. С этой смертностью надо что-то делать. Как же нам тяжело. Вот вроде бы мы всех разъебали, но мы все равно на базе заперты, блядь. Да что ж так тяжело-то? Пока умник мертв, надо ебашить. Блядь. Ладно, я быстро бегаю, я успею. Хотя бы сторону снести. Там еще вот этот чел может регенить строение. Это ж просто пиздец. Медал урон какой? Бэкдор! Надо бэкать. Все. Твои молитвы услышаны. По итогу мы просто дошли, снеслись примерно вот столько вышки и больше ничего мы не смогли. Хорошо. Да, есть такой союзник у меня не помета. Ну, Тэчес хороший, Тэчес мне нравится, как играет. А в остальном не очень. Утверждаю.
Как бы не было у меня такого тэчса онлайне, я думаю, мы бы в говнище проебывали уже с самого начала. Ваши центральные казармы атакуют. Твои молитвы услышаны. Я капец как очкую паладина. Он сейчас опять может просто ворваться хуй пойми откуда. Он с даггером. А для меня тут под смерть. Паладин, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй. Я прям вижу, что он меня пасет. Ну паладин солист просто, атакуют. Я не могу ничего с ним сделать. Ваши центральные казармы разрушены. Важное место. Типа дуру на мартре я могу легко. Главное оставим на экстренный случай. Он не то что жирный, у него именно резисты охуевшие. Так ладно, главное сейчас просто не сдохнуть тогда. Игра все равно проебалась по итогу. Вашу центральную башню атакуют. Но по челленджу я сделал все нормально. Я прям вижу, как паладин такой ко мне подтягивается, засранка такая. Ждем, ждем всех, ждем. А что у меня ебать стоят? Атакуют. А зачем? Силы тьмы укрепили свои сооружения. Вашу... Да. Ваша центральная башня разрушена. Может мартру захуярить, а? Ваши крепости как вариант. Атакуют. Напоследок, так сказать. Я больше если начну ее хуярить запас напоследок. Отхуярит по итогу меня. Ай-яй-яй! Ну не повезло! Но я течке тоже лайк дам. По сути, лучший игрок в этой игре. Типа молодцом хуярил. Так, что, собственно, по мартре? Ебать, я 9 раз ее убил. Хо-хо-хо! Нихуя!